10 сентября свои двери в Сочи откроют 222 избирательных участка. Они полностью готовы принять все 342 тысячи избирателей. В воскресенье участки начнут свою работу в 8 утра и закроются ровно через 12 часов. Кстати, все они оборудованы должным образом. Где-то установлены автоматические комплексы обработки бюллетеней, на других применяется технология изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом. На 10 участках свободно могут проголосовать инвалиды. К работе там привлечены волонтеры. По новым правилам, включение в списки избирателей и голосование по месту фактического нахождения на территории города Сочи воспользовались около 5000 избирателей. На территории города Сочи также образовано 4 избирательных участка для предоставления возможности голосовать избирателям, не имеющим места регистрации на территории Российской Федерации. По одному избирательному участку в каждом из районов города Сочи. На участках в Сочи будет работать 887 наблюдателей, которые будут четко следить за ходом голосования. Ну и по традиции творческие коллективы города подготовили свою культурную программу и будут выступать до самого вечера. Сегодня последний день агитации, завтра день тишины.